Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска, двигатель 2.4, полный привод, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим сайлентблоки задних нижних рычагов. Оба рычага снимем. Для этого мы поднимаем автомобиль, снимаем задние колеса и откручиваем крепление рычагов. Поднял автомобиль, снял оба задних колеса, и нам надо снять вот этот рычаг, заменить задний сайлентблок и передний сайлентблок. Рычаг у нас полый, придется выгнуть скобу, подставлять, чтобы выдавить старый сайлентблок и запрессовать новый. Откручиваем крепление сзади, крепление спереди, крепление амортизатора и стойку стабилизатора. Стяжками стягиваем пружину и снимаем. Берем щетку по металлу. Чистим немножко резьбы, где нам надо будет подкручивать. И смазываем их. Вот эти три гайки на 17. На стойке стабилизатора на 14. Палец стабилизатора надо будет держать шестигранником. Берем стяжки. Подтянул немножко стяжки. Посмотрим, насколько нам этого хватит. Возможно, придется немножко их передвинуть. Открутил стойку стабилизатора. И снимаем остальные болты.
стойку стабилизатора держал шестигранником на 5. Внутрь вот вставляется пятерочка. Поджал немножко здесь гидравлической стойкой. Выбиваем болты. И пробуем потихонечку приопускать. Так, ну вроде у нас спереди освободилось. Вот я хотел показать, видите, здесь саленблок не видно, но видно, как он истрепан. Все, вытаскиваем последний болт. Так, вот последний болт не выходит. Здесь надо снять траверсу. Два болта. В принципе, даже можно один болт открутить на 12, сдвинуть ее. Болт в траверсу упирается. Все, саленблок, то есть саленблок, рычаг сняли. Вот здесь вот, если посмотреть, вот я ее нагинаю, видно, саленблок оторванный. Ну, задний я вам показывал, нижний, он тоже растрепанный. А, говорил про что? Вот сюда нам сейчас надо будет выгнуть с металла такую скобку вставить, чтобы у нас при запрессовке рычаг не складывался. Вышел я из положения вот таким способом. У меня ролик был, подшипник из него выпрессовал, а этот разрезал. И он сюда подходит. Отлично. Вот так вот его вставляем с одной стороны, и он же вставляется с другой стороны. Сейчас его поправлю немножко, фаску сниму, и он будет заходить отлично. И по периметру будет держать, и рычаг не будет складываться. Что, попробуем? Вот я эту вставил от ролика сюда, по диаметру подобрала проводочку, а с этой стороны взял головку, надо бы на 23, взял на 22. Попробуем, как она пойдет. Здесь у саленблока вот с этой стороны идет утолщение,
А с этой стороны диаметр меньше. На полмиллиметра или на миллиметр разница. Вот такую 12-гранную головку взял на 27. И с этой стороны сейчас выдавим. Нет, все-таки взял вот эту каленую ударную головку форсовскую на 22, но нужна на 23. Вот и все. Сайлентблок вышел. Вот такой вот растрепанный сайлентблок. Вот видно, здесь утолщение, здесь меньше. Берем новый сайлентблок. Новый сайлентблок мы будем использовать оригинальный Citroen 5131G1. Достаем. Вот такой вот сайлентблок. Смажем его силиконом. И запрессовываем. А запрессовывать вот такая головка на 27, шестигранная, с обратной стороны. Она встает хорошо. Здесь усердствовать не надо. Вот так вот заподлицо. Перепрессовываем один, выбиваем и переставляем на вторую сторону. Перепрессовываем второй. Продолжаем. Переставил на вторую сторону. Берем. Выскакивает со звоном. Так скачет, аж домкрат выскочить хочет. Берем новый сайлентблок. Мажем его также силиконом. Вставляем его со стороны, где утолщение. Вот по сайлентблоку видно. Он проваливается практически полностью.
все. Второй сайлентблок запрессовали. Выбиваем нашу пятку и идем устанавливаем. Берем, смазываем болт. И вставляем на место рычаг. Так, вставляем пружину и поджимаем второй сайлентблок. Болт я уже смазал. И вставляем третий болт наш. А я, наверное, сейчас стяжки уберу, чтоб не мешали. Все, сняла стяжки. Пружина у нас стоит на месте. Заводим последний болтик. Здесь сайлентблок стоит, помимо того, что рычаг немножко повернут, но и сам сайлентблок еще повернут под цапфи. Поэтому немножко неудобно.
Так, ну что, затягиваем нашу стойку стабилизатора, подтягиваем гайки, а затянем, когда уже опустим автомобиль. В принципе, даже не опустим. Я его немножко подожму гидравлической стойкой и подтяну. Вот таким вот макаром. Протягиваем. Все, я протянул. Сайлентблок протянул. Амортизатор протянул. Стойку стабилизатора затянул. И задний сайлентблок затянул. Опускаем. И аналогичным способом меняем вторую сторону, также оба этих сайлентблока. Продолжаем. Все, со второй стороны я тоже сайлентблоки перепрессовал. Оба. Затянул, также поджал стойкой гидравлической и затянул. На этом все. Замену сайлентблоков задних нижних рычагов мы закончили. Всего вам доброго!